мы уже подъезжаем к этому дурдому. Вот там вот они, врачи. Здесь там охрана. Я вам отдам деньги. Кабинет завет. Ребята, всем привет, ребята, дорогие подписчики. И мы с вами будем ходить туда, дневной стационар. Возьмем справочку и отдадим Ольге Семеновне, психоневролога. Улица называется это. Улица Крупского 1А, ПНД. И вот, короче, чтобы мы... Я не зафиксировал камеру внутри. И давайте с вами попробуем... Посмотреть, я вам дам посмотреть этот ПНД. Что это вообще такое? ПНД — это когда что-то на первом этаже приходит сюда. Назначение лекарства. Авто. Это одно. А другой — это уже дневной стационар на втором этаже. Я ходил туда утром, за каждый день утром, потом днем и уходил за эти таблетки выпивал. Утренние мне почувствовали этот неолептин, капсула, таблетка. И пришла в эту голову эта идея, как же я засыпал в это время. Я недавно снимал этот месяц, этот ПНД в мае там. Мы уже подъезжаем к этому дурдому. Вот там вот они, врачи. Здесь там охрана. Я вам отдам деньги. Занимался, лечился там. И пришлось уже в 11 числа выкладывать видеоигры. Вот такие выходили у меня игры 5 дней назад, 3 дня назад, 3 дня. Я вообще, прикиньте, я могу работать в Ютубе. В этой ситуации с ПНД это очень сложно попадаться, когда вас... Когда вам после раздается этот ПНД, у кого есть такая инвалидность. У инвалидности всегда карточка написана, что мы от Ольги Семеновны. Мы в дурдоме раз и все, пришли и нас анализы взяли. Ну там что-то рот, там еще попы, извините за выражение такое. Короче, мы взяли анализы, мы подождали и проверили. Судя по факту, что они берут так. Меня просто адекват врачи лечили у меня с головного мозга. Меня даже засыпал, я даже как вырубился. Все, ребята, я вам не буду так долго задерживаться. Я буду продолжать это снимать, зафиксировать эту съемку, это ПНД. Куда мы будем идти? С другом туда, в ПНД. А потом кто-нибудь себе какую-нибудь проправу, блядь, дом снимает, квартиру покупает. Итак, мы с вами с другом подъехали туда, в ПНД. Сейчас мы пойдем второй этаж. Вот мы пришли туда, в ПНД, второй этаж. Дневной стационар. И ждем этого заведующего, Андреева Елена Ильинична. Сейчас проводим время за фиксированную съемку. 10 часов 30 минут. Мы с мамкой сидим. Об этом я внутри не хочу об этом снимать. Потому что если подумают, что уберите свою камеру или еще что-то, они сломают. Так же, как и на первом этаже, не будет неприятно. И поэтому, когда после этого пойдем, я вам потом в доме все расскажу, что это дальше было. О, там еще группа занятий есть, где там я пазл собирал. Скажи, что там есть.
какого-то там рисунки есть. Вот там я за кадину начал лекарство пью. Вот сюда я начал. Заведующий отделение. Короче говоря, нужно после этого к Ольге Семеновне прийти и все сказать. Если будет задавать вопрос, есть какие-то жалобы. Я тогда скажу, что я не терпел. Я и спал спокойно. Там есть врачи, столовые. И санитарские врачи. Короче, ребятки, это была такая попытка, что даже мы не встретились с Ольгой Семеновной, что даже понедельник нет. А во вторник будем. Надеюсь, что она будет, Ольга Семеновна, тут как тут. Мы справку дадим, чтобы потом мы уже просили лечение, все. А теперь, пока мы будем прохождать игры и...